Привет, ребятушки, привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. У нас сегодня очень вкусный обед. Так, у нас сегодня тушеная капусточка. Так, у нас борщик. Огурчики, яйца. Курочку с костями, курочка с костями моя. Выбрасывать кости. Вы любите обгладывать кости? Он их выбрасывает. У меня скоро. Скоро у папы день рождения. Вообще апрель. Начиная с дня рождения племянницы 28 февраля. 10 лет уже Тонечке. Офигеть. И пошло. 3 апреля у Валечки, 3 апреля у Алисы. Седьмого у сына. 29 у папы. Одни эти, да, Лёша? Капуста аж сладкая. Я скажу, что без огурчиков. Косточки. В общем, февраль-апрель одни разорения.
В апреле у Светы Горгоны. Канал Харьковчанка в США. Будет 4 года в апреле, как она сделала операцию. Ну, такую же на желудок, как и я. Вкусненько, папочка. Только ради тебя не досолила. Так что дни рождения у всех в одну кучу. Вот сейчас находимся в тепле, ну, более-менее. И через сутки мы можем оказаться в снегу, да, Лёш? В снегах. Едем в Вашингтон. Ну так, в снежочках. В снежочках? Чуть-чуть. Мне не надо снежочках. Я так не договаривалась. Лёшечка, с яичком вместо хлебушка будет вообще идеально тебе. Я тебе говорю, тебе будет вкусно. Вот. Хорошо. Я сегодня косичку заплела. Так что сейчас, сейчас теплее, а буквально скоро едем в Вашингтон. Ну чё, платят нормальные деньги, надо работать, чё выделываться. Я так думаю, снег еще вообще, снежные места чё, весь февраль еще продержится, да, Лёш? Угу. А март? Чего? В марте есть такие места, в которых снег? Нет. Нет уже? Чего ты улыбаешься? Одни пальмы. В Колорадо без цепей заезжать нельзя с 1 сентября до 31 мая. Мая. А, без наличия цепей у водителя, в смысле, не на колесах? Да. Это не, же... мы и так не договаривались. Это же придумали не на пустом месте. Ну да. Все это придумано не на пустом месте. Вон этого водителя, которому 110 лет давали. Сейчас очень большие последствия. Не только для него, для всех. То есть на этой почве просто увеличивают. А теперь время обучения для трак-драйверов увеличивается. Не знаю, на сколько получается. В 6 раз. Цена увеличивается в 3 раза. Это жесть. И все вот после вот этого инцидента. Эксидента. Вот. Поэтому Алиса успела еще. Там другие. Вон Лена с Виталиком запрыгнули. Блогеры. Канал. Наша жизнь в Америке, что ли, называется. Вот. Тоже вот последний час учатся. А вообще сейчас будет очень тяжело. И все. Ну, то есть, каждый... Это как-то мы ехали, я говорю, странно. Здесь Garmin показывает 65 миль спидлимит. А на знаках стоит 45. Я не помню, кто сказал. Типа, каждый знак ставится кровью. То есть, если раньше было 65 и почему-то поставили 45, значит, что-то случилось. Так вот. И не просто цветы рассыпали, а реально. Лаврушечка.
Сколько я сюда накидала? Да, капусточку по-гурийски надо приготовить. Я как-то подсоскучилась. Чем невкусный обед? Все, ПП, ни капли масла нет нигде. А, в борще, в зажарочке капелька. Это вообще тушилось на собственном соку. О, хорошо. Да, Лёшенька? Ты наелся? Да. Главное, косточки не бери. То он косточки выбрасывает. Не грызет косточки. Белая кознь, блин. У меня же душа болит. Ладно, ребятушки, поехали мы дальше. Спасибо вам, что побыли с нами. А сейчас мы где находимся, Лёш? Нью-Мексико. Нью-Мексико.